В целом я очень рад нашей победе на каждом участке поля. Мы боролись, делали все, что могли. Игра была очень тяжелая, но под конец мы смогли их додавить. По поводу своего дебюта, я очень рад, я полгода к этому шел. И вот хочу поблагодарить всех тренеров, а также хочу передать своей маме. С праздником тебя, мама! Было вообще какое-то давление, может, мандраж перед тем, когда вот выходил сегодня на поле, ну или, в принципе, когда узнал, что будешь сегодня играть в стартовом составе, ну либо уже все-таки перерос и в целом выходил как на рядовую игру сегодня? В целом, можно сказать, что до разминки только, может быть, там был какой-то маленький мандраж, а так уже, когда вышел, первые 5 минут игру почувствовал, и все уже было хорошо. Ну и по пропущенным мячам, что можешь сказать, как-то успел уже разобрать, может быть, где-то недоработал, потому что, как говорят, вратари не берущихся мячей не бывает. Будем работать, будем смотреть эти моменты, анализировать свои ошибки и будем становиться лучше.